Пришли на предпоказ замечательной новой серии «Любимого гадки я» вместе с дочей. Еще у нас вместе с нами папа пришел и старшая дочка. Очень классный мультик, очередной новый захватывающий сюжет. Если вы задумываетесь, как интересно использовать провести время, то бегите на новое приключение «Гадкий я 4». Вообще понравилось все. Сам мультфильм, сам процесс, герои. Наверное, самым главным ценностям семья – это классно. И если вы попадаете в какую-то ситуацию, заманчивый эпизод какой-то, есть всегда возможность спасти друг друга, и зло всегда побеждает, добро всегда побеждает зло, оговорилось. Это классно. Мне почти 12, очень понравилось. А главное то, что Грю всегда не сдавается и всегда готов заступиться за свою семью и всегда защищает ее. Я остался в восторге от этого мультфильма, честно вам скажу, потому что я вообще люблю ходить на различные фильмы, предпоказы и так далее. Но вот этот мультик меня впечатлил. Вы знаете, поскольку все-таки это мультфильм, он тебя возвращает в детство. Он тебя возвращает, я не знаю, в самое лучшее время. И потом, несмотря на то, что я ждал от этого мультфильма чего-то такого, что Грю в очередной раз будет спасать мир, вот, это было очень мило, это было очень здорово, это было по-доброму. И время для меня пролетело незаметно. Только что мы побывали на предпоказе мульта «Гадкий я 4». История про старого доброго Грю, у которого уже есть жена, детки и не только усыновленный, но и малыш. А дальше распойлерить не буду. Рекомендую пойти. Захватывающий дух сцены. Реально сердце местами прям колотится за наших персонажей. Стоит пойти. Меня зовут Олен, и мне 11 лет. Мультфильм классный, он... в нем, типа, мне понравилось то, что он, мультик вообще начинается злом, а заканчивается добром. Добру, что нельзя никогда сдаваться, и в целом он классный. Это мои малыши, мои мини-миньоны. Фильм очень понравился, пришли сюда из-за детей, естественно. Ну, думаю, сейчас Радмир прокомментирует. Радмир? Тебе понравился мультик? Да. Аглая? Тебе понравился мультик? Да. Предприимчивости, думаю, в первую очередь. Как ты думаешь, Радмир, чему этот мультик тебя научил? Заботиться о ребенке. Ребенок все сам сказал.